Друзья, привет всем! Сегодня у нас на обзоре микроволновочка Sanyo. Так двусмысленно звучит. В общем, вот так она выглядит. Ну, я думаю, все видели микроволнушки. Весь стол покорявал. Кабель, конечно же, уже оттяпали. Но ничего страшного. То есть, вот маркировочка. В общем, не будем тянуть. Сейчас кручу все, что крутится. Ну и посмотрим на нее без корпуса. Ребят, в общем, скрутил с нее крышку, снял. То есть, даже ножки получился. Он переусердствовал, одно сразу открутил нафиг. То есть, дверцу я потом разберу отдельно. Вот как эта вся картина. Ну-ка, сейчас попробую приподнять. То есть, он большой трансформатор. Но на цвет я не могу сказать, потому что это прям медяха. Кондер такой здоровый, я так понимаю. Ну, звоночек, сами кнопки управления, вот, то есть, работают, их сейчас тоже скрутим. Вот, магнетрон, ну, в принципе, больше тут ничего нет. Ну, вот, сам, наверное, блок с мозгами. В общем, сейчас я это все раскидаю, а, ну, плат питания пропустил. Раскидаем и, ну, и уже посмотрим поближе. То есть, не буду я снимать, как все это крутить. Крутить все просто, то есть, крутите все, что крутится. Поехали. Ребят, в общем, раскидал всю печку. Сразу в глаза бросился вот такой вот огромный трансформатор. Но самое печальное, вот я его покорябал. Как видите, нафиг алюминий. То есть и это, и он покусал вторую обмотку. То есть не буду ничего с ним. Он залитый плотно. Короче, я его запулю в железяки. Все, я, в принципе, разобрал уже. То есть осталось... Даже дверцу общипал. Но сейчас ради интереса хочу завесить. Так, нолик. Сколько вот эта байда вся весит? 3300. Да, ребятки. Удивил, конечно, трансформатор. Ну да ладно, весы нафиг. Так, пойдем дальше. Это был вентилятор, который сзади дул на магнит, точнее, выдувал с магнетрона. То есть лобс я снял, вот. Единственное, сразу покорябал катушку. Катушка медная, порадовала. Тут все остальное железо. То есть, медяшек соберется. Это та самая, то есть, регулятор, который крутился. Вот сзади был прикручен звоночек вот такой. Скорее всего, алюмишка. То есть, внутри, не сыпься. Внутри он выглядит вот так вот. Ну, я думаю, как видите, фокус появился. То есть, раз, два, три, всего лишь 4 контакта. Ну, это все снимется с латунькой вместе. Ну, и тут, я предполагаю, маленький моторчик, скорее всего, стоит. Ну, чтобы тут не стояло, то есть, я все это сниму, разберу, потом вам покажу. Что-то высыпается потихоньку. Так, вот такая коса проводов. Провода коляные. То есть, вот один... Одна кнопочка осталась. Их было всего 3. Сразу внимание обратил. То есть вот на этом блоке на черном была вот лампочка. С нее скусил клемки. То есть это уже полетит в мусор. Сразу ведро. И вот такие были 3 кнопочки. То есть одна осталась на проводе. Одну я сейчас скушу. Попробую посмотреть, что там внутри. Я думаю, что-то это микропереключатель, типа конечника, что-то такое. Ну какой, не хочет скрываться. Есть у нас средство против таких капризуль. То есть, ну тут все просто. Как видите, серебряные контакты в количестве 2 штук. Ну да, 2 штучки всего лишь. Один и вот второй. Ну и плюс еще немного латуни в комплект. Вот все, что в одной... Не падай. Вот все, что в одной кнопочке содержится. То есть, ну это все разберется. Потом подведем итог. Провода, сразу говорю, чистить я не буду. Сейчас вот сниму эту косичку. Ну, попробуй еще сними. Ладно. Потом за кадром. Также, что у нас осталось? Это была платка питания. Здесь релюха. И вот эта катушка снимется. Ну, ее в любом случае снимать. То есть, вот этот проводочек тоже надо будет удалить. Потому что, ну, сами понимаете, платы на приемке так не возьмут.
То есть рылюху, катушку я сниму. Посмотрим, что там будет по контактам. Вот такой кондерик был. Огромный. Он снизу крепился с трансформатором рядом. Думаю, это железка. Да, железка магнитится. Ну что, вскроем. Я не знаю, что там внутри. Может, сейчас кислота как брызнет. А может быть, фольга просто. То есть, это я делаю в первый раз. О, даже клеммы полетели, примагнитились. Но корпус с виду алюминиевый. Главное, что в нашем деле, правильно, беречь глаза, и с нее потекла какая-то жижа, как видите. Я так думаю, это, наверное, масляный какой-то кондерик. Ну, рисковать не будем. Мы сейчас брошку на пол. А нет, лучше ведро мусорное пусть стекает. Если стечет весь. Да не. В принципе, я даже представляю, что там внутри. Там фольга. Я видел такие кондеры. То есть не будем пачкать стол, пол и все остальное. Также остался магнетрон. Я думаю, может быть, его продать. А, да, сейчас тренастан. Они никому не нужны, поэтому я его просто скрою. Он не хотел. Ну, мы таких недотрог видели в одном месте. В принципе, уже ничего его не держит. Надо просто поднапрячь. А нет, вот я прощелкал вот эти крепежки. Вот, да. То есть все открылось. Это маленькая латунная сеточка. Может быть, видели, валяются такие сеточки. Вы будете знать откуда. Корпус железяка. Тут какая-то, не пойми что. Магнит? Магнит. Он, наверное, на подшипнике сидит или на чем-то таком. А, нет, он сидит чисто из-за своей силы. Вот, нет, будет новый магнитик для шурупов. В принципе, я думаю, да, он такой, довольно-таки сильный. Ребра у нас алюминиевые. Так, ну, в принципе, подергать их, попробовать. Пойдут они сейчас, нет. Как говорится, на холодное. Магнетроны я ковырял очень давно, ребят, то есть поэтому могу немножко подзабыть весь порядок действий. Если что, у меня где-то тут еще валяется целый магнетрон, который нафиг никому не нужен. Слушай, я знаю, сейчас будут любители, как сказать, работники пера, которые пишут: а вот, да ты же его мог продать. Нет, ребят, я его не мог продать. Если бы я мог продать, я бы этот продал бы, наверное. Так, ну, в принципе, осталось откусить. Тут магнит. Какой хороший магнит. Так, весело с ним бороться. Так, все, снимаем магнит. Ух, прыгают как. И, наверное, давайте сразу скроем эту крышку. Я думаю, вам и было, будет интересно, что под этой крышкой. Ну, не хочет она так идти, значит, пойдем по-плохому. Бинго! Медь! Да, ребят, тут немного медяхи. Ну и сама вилка. Я так понимаю, латунь. Больше засунуть нечего. Ну, может быть, и медяха. То есть... Откусаем это дело. Корпус проверяем. Все магнитное, все железное. Все, ребят, добираю мелочевку. А вот тут маленькая, еще латуневая. Видите? Два этих. Ну, где откусил? Два контакта, в общем. Сейчас я это дело тоже сниму. Сниму оставшийся алюминий. Да и завесимся. Ну так, ребят, в общем, все добрал. Вот сейчас вам покажу сам магнетрон. То есть, вот эта бобина медная. Я, блин, забыл уже, как разбирать. Вот две крышки. То есть нужно было просто вот этот кожух. То есть кожух, получается, вот крышки эти под кожухом. И кожух идет вот до края, видите, вот, типа окантовки.
То есть тупо здесь вот надрываете все это дело. Ну, может, я не знаю, кто спаивал, кому так проще. То есть он полностью медный. Ну, также все катушечки размотал, соответственно. Давайте сразу весы включу. Запоют, запоют. Так, это все у нас, кроме вот этого, мелочевка, отправляется. Это медь, а это все в железо пойдет. Все посыпалось, ну да ладно. Это сразу, это уже железяка. Хотя, видите, по виду прям медяшка, но магнитится, обмененка. Так, запускаем все на весы. Были катушки с моторов, катушки с вентиляторов, то есть все, что можно было. Вот только один магнитор, он 100 грамм весит. Так, 157 грамм медяхи. Нормально. Уходит. Так, алюминчик 0,0. Ну, алюминчик у нас тут вообще ни о чем. 41 грамм. И это все латунь. То есть завешиваю вместе с контактами. Ну, контакты снимутся там. Тут будет их пару грамм. То есть клемочки, контакты. Видите, сама эта сеточка. Вот сейчас так чуть наведусь. То есть вот. Ну, не особо богато. Всего 23 грамма. Ну, думаю, пару грамм контактов выползет с этого. Так, ну и, соответственно, платка. Платка небольшая, 43 грамма, но целиком пойдет на сдачу. Так, железо. Сейчас я надеюсь, все это дело... Вот она, кучка стоит, как видите. Сейчас я взгромоздю ее на весы и сделаю фотку. Вот, ребят, не стал делать фотку, решил заснять. 8312. Ну, то есть, как видите... Трансформатор весь целиком полетел, медные эти огрызки, то что все скусал, смотал. То есть я думаю, нормально. Микроволновки всегда радовали. Минимум пластика, в основном железо и цветнина. Все, ребят, всем пока. Продолжаем расхламляться.